один. Сегодня у нас новые пассажиры. Сейчас зараз я их покажу. Аня в главной роли, как всегда. Надежда и Иван. И снова мы снимем наши пригоды в городе Берлин. Отправляемся мы из города Щецин. Купевый билет и коштує 133 злотих або 31 евро на 5 осіб туди і обратно. Білет можна купити на ЖД вокзалі. Поки чекаємо поїзд, наш гід ізучає карту Берліна. Идем отправлять. Мы приехали. Вот мы идем. Це тут опитати чи ні? Сейчас вышли с поезда, и нам надо пересесть на другой, потому что мы не доехали еще две остановки. Сейчас будем ждать еще один поезд. Аня нам даст интервью. Аня, расскажите что-нибудь. Как ваше впечатление про Берлин? Добавлю на свой. Расскажи свои впечатления о Берлине. Иван, какие впечатления? Ще не добралися до Берліна. Впечатлені. Поки ніякі. Да. Мы приехали на главный вокзал Берлина, Берлин Хаубанков.
Погано видно. Я бачу. Ще наверх. Йдемо до нього. Такі мусорники в Берліні. Знову. Вот так вот оставляет велосипеды в Германии. Животные. Не боится. Здесь происходит фотосессия. Банда красных зонтиков плывет.
потом, кстати. Классно. Полиция. І оце не на фастфуд. Пиво 4,90. По евреям. Самый центр. И Шанхай. Очень развито в Берлине ездить на велосипеде. Мы тут не было? Рынок искусства.
Нету, может быть. Может быть, пройдем до конца, там выйдем и пойдем. По крану выйдем. Бля. Ich hab gedacht, der hat richtig ein Tulli, Alter, aber oh Mann, der ist einfach so, der hat die Kappe weg.
Quita. Здесь Мишка сфоткайся. Thank you.
еще ворота. На вокзале их полно, бля, такие самые цены, как и везде, 5 евро, 2, бля. На 2, ага. Поїде.
Ми ж тоді так само.